Хейо, гайс, с вами Шемики, и я вещаю из пещеры, где мы остановились. Здесь можно погреться, здесь можно поспать. И это Borderlands и DLC про доктора Зеда и зомби-остров. Вечерний воздух холоден, как сосок скага, зимним утром. Но это не изменяя моего решения, я зашел слишком молитвенно, чтобы виски, что остались в моей фляге. Ах, монстр из больницы. Оказался опять его под задницу сложнее, чем остальную часть. Этой толпы он провоцировал мою шею. И я начинаю еще чувствовать себя странно. Надеюсь, я протяну еще хоть ночь. А мире полное что-то там херем. Все? Все. Возвращаться. Теперь осталось только вернуться. Нужно будет еще здесь полазить по острову, ну, пройтись, да, везде. Посмотреть, что мы тут ничего не забыли. Да-да, спасибо за плохой экран. Не попадете. Так, лево-право, налево. Сейчас мы с вами добежим, короче, до островенька. Ой, ну, они очень близко, я слышу. Бац, все, готово. Джекоб Скаф. Джекоб Скаф. Так, походу здесь мы сдаем две миссии. Наверное, доски объявления, да? Почему Дженни работает? Л, хорошо. Да, походу доски объявления. Так, а сколько у нас всего? Подождите. Раз, два, три. Лодку мы еще не юзали, поэтому... И мы еще берег не обошли с той стороны. Там, где дом доктора Неда, мы уже все обошли, все посмотрели. В принципе, 50-50. Так, ладно, давайте как-то я добегу, чтобы на меня вороны эти стороны не напали. В пещерку забегу, да? Как они меня бесят. Вот те летающие скаги, да, которые были? Или... Нет, скаги это, кажется, собаки, нет? Я уже не помню. Были более безобидны, чем эти вороны. Потому что эти твари налетают тебя и просто нападают, а те хотя бы напали и отлетели. Они нападают и кружатся около вас. Так, ладно, два задания, в принципе, мы, считайте, сдали. Опыт мне вообще не прибавляется, класс. О, слава богу, вытащите меня, чертова, отсюда. У нас очень мало времени. Прежде чем ты уйдешь, помоги с этому лживцу трусу, как на колеса. Знай, она это не тот, за кого себя выдает и заслуживает смерти. Сколько же доверия, сколько моя собака, что? Вау, ха-ха, попался, парень. Я просто тут дурачусь. Может быть, забыть все, что я только что сказал? Это все правда? Он не верит прямо в слово. Проверь сам, возможно, лодку. Лабораторию других, что? А теперь иди и скоро заторгуй. О, окей. Хорошо. Как-то странно, если честно, только что было. А насчет этого опыта, мне он дается? Пипец, мне нужно опыта. Один лям. Да, это жестко и очень долго. Так, ладно. Dead Have. Где сюжетно, где нет? Тайны и загадки. Он живой. Dead Haven. Dead Haven, кажется, где старый город был этого, да, Хейвена. Dead Мертвый Хейвен, и помню просто Old Haven, который мы играли. Был большой, и был этот, New Haven. Ой, боже, что это? Убить пятницу Эсли, убить Нигафа Рыжего Джека, убить Джека Колоханна. Это где мы только что были в хоспитале.
Выясните, что происходит с остальными, кто пытался остановить зомби. Найдите болвана, простофилю, слабака и дурака. Мы идем на банду. Как я понял, сокращать пути мы так и все равно не можем. Давайте тогда... Хотя... Ладно. Делцы... Блин, тихо. Залетай, залетай. Добежим, оно все равно тут не так далеко бежать. Да, пауза, сброс, старт. А, забыл просто начать заново таймер. Ну и считается, что уже 3 минуты у нас с вами прошло, потому что там 33. Может и 6 минут прошло. Но здесь хорошо, что не так далеко бежать нужно. Пятницу, Эсли... Подождите. Пятницу, Бигфута, Рыжего, Джека, Джеки Околанхана. Не понимаю. Блин, ну да, мне нужно все-таки бежать туда, где мы были тогда. Тупые вороны сейчас будут нападать. Давайте я просто заюзу и побегу. Вы понимаете, вы сейчас подохнете все от моих ударов. Он хорошо, что может быстрее бегать, когда он в ульте. Но вы помните, я это называю ультой. Так, ладно, погнали. А, да-да-да-да, точно. Когда мы будем с вами проходить второй уже Borderlands, там я буду юзать... Ну, там сколько? Там тоже 6 персонажей, да? 4... 6, да, персонажей. Или нет? Так, ладно, подождите. Мне на... по берегу, да, нужно идти? Кажется, что да, но я не уверен. Так, давайте, короче, сделаю как тогда. Просто залезу сюда на гору. И пойдем. Так, во-первых, я сокращу путь. Скорее всего. Ладно, уже не сокращу. Все, идемте. Просто идемте. Окей, все, просто идемте. Кто-то сломал здесь решетку. Бигфут. Гнилокитель. Чё? Гнилокдактиль какой-то. Ё-моё. Имена. Да, они как-то легко сдались. Бля. Окей, поехали. Пам-п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 ам. Блин, они тонкие. Ну их можно убить. Все, готово. Можно идти. Много дерьма всякого здесь лежит. Ну, одного мы убили уже. А он, вижу, еще второго. Рыжий Джек. Ой. Воу-воу-воу. Так, кто у нас? Пятница Уэсли. Он с бутылкой был. Так, и... Джеки Окхоланд. Скорее всего, мне нужно до конца, да, побежать? И он там окажется. Да, вот он. Отец Каллахан. Тупые ворны. Где вы? Давайте. Все? Все? Кажись, все.
А, дойду тогда здесь до конца. Тихо. Хапуга. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хапуга, стой, хапуга. Тихо, 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 тихо. Открывайся. Так, вижу хорошую. Тихо. Оу, да. Вы нашли шоковое оружие. Оно проникает через большинство щитов и может оглушить противника. Это хорошо, что я нашел. Это очень хорошо. Так, считайте, две локации мы с вами уже полностью обследовали. Так, ревик. Вот это хороший ревик, я вижу, но он двухзарядный. Это немного плохо. Так, ладно, перезаряжаемся, бежим с вами до конца. Я хочу на лодку, короче, сядем, да? И сразу на лодке долетим, куда нам нужно. Долетим. Да, лодка у нас летающая, она парящая. Поэтому мы с вами полетим. Ну ладно, если серьезно, то... Так, что это? Дерьмо. Нам нужно... Дать... Опа, супер сундук. Нам нужен этот супер сундук. И... такое, ладно. Снайперка дерьмовая. Моя лучше была. Ну, не буду на них отвлекаться, просто буду бежать сейчас. Не то. Пускай врезается. У них не такой сильный урон, чтобы меня убить. По десятку не снуйся, да? За удар. А, тройку, окей. Понял, принял. А почему я не могу... Подождите, я что, не могу отсюда уехать? Так, минуточку. А ну пошли на лодку. Серьезно? Ладно, деньги хотя бы возьму. А никогда не подрубать вертикальную синхронизацию, ребят, в играх, в таких вот, в шутерах. Вот, допустим, я вот вожу, да, мышкой, не так сильно видно эти волны. Сейчас покажу, вот. Даже сейчас их не так видно. А вот, допустим, в игре, да, вот в Айзеке, в которой вот играю, Attributes Plus, там, допустим, есть вот это, ну, видны вот эти мнимые полоски. Из-за того, что вертикальная синхронизация выключена. А здесь оно не так отображается. Здесь хорошо. Так, стопы. У наемника Фалова копья. Поехали. Продать. Купите себе что-нибудь достойное. Куплю. Ревик продать. Пистолет. Базука пускай остается. Так, подожди. Все, ладно, пойдемте отсюда. Я хочу посмотреть на две снайперки эти. То, что я вижу, одна лучше, которая у меня лежит в этом, в инвентаре. Джаков Каф. Джаков Каф. Пещера Джакова. Так, ладно. 61, 96. А как тут сравнить, я не помню. Сравнить Е. Вот. Она лучше, в принципе, по статистике, оптический прицел там будет больше. Но-но-но-но. Стихийная вероятность, фа-3, окей. Но тут больше патронов. 6. А там всего лишь... Ну, ладно, даже если разницу в уроне. Сколько? 4 урона. Разве это сильно? Критический урон 200. В чем? Ну, там 200, бля. Ну, тут скорострельность больше. Ладно, буду играть с тем, пока что у меня есть. Давайте, ладно, короче, добегу туда и продолжим.
Пауза здесь. Хотя я так подумал, давайте, короче, мы отправимся на лодочке, да, с вами? Нафиг нам это все? Дедхейвен. Поедем на Дедхейвене. Тогда нужно будет миссию переключить для Дедхейвена. Или лучше не надо. Если хотите первым добраться до хранилища, сперва придется устранить конкурентов. Так, подождите, давайте по заданиям сразу. Дедхейвен, у нас здесь два задания, да? Найти лодку, найти лабораторию, найти сведения, доставить посылку. Джекоб Кафф, The Lambert Labs. Лесопилка. Ладно, давайте, ладно, это сделаем. Он живой. Называется наша миссия. Так, здесь есть что-то? Пистолет, мусор, мусор, мусор. Да, прикольно. Здесь ничего не работает. Пойдемте тогда наверх. Я сейчас немножко недоразумение, тихо. Куда мне идти? Эй! Ау! Нашел. Откуда? Откуда нападут? Мне нужно наверх забраться. Классная лестница. Лагающая лестница, класс. Да, это тот, где мы были. Это Old Haven. Это он. О, это плюс еще и солдаты. Добрый зомби, добрый зомби, добрый зомби, пока. Ха. 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 Тихо. Откуда вы тут бежите? Откуда? Я понял, все. Блин, мне кажется, что я буду долго потом мозги собирать по миссии какой-то. А я уверен, что такая миссия будет. Где мне придется это дерьмо собирать. Откуда? Где он плюет? Откуда ты там взялся, чел? Так, тихо, лам, погнали. Я хочу делать так, чтобы мне не могли попадать. Нужно быть всегда готовы заюзать способность. Воу! Прыгай! Воу! Тихо, 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 тихо. Да отойди ж ты от меня. Тихо, ульта. Так, просто бежим и атакуем. Просто бьем все, что есть. Все, что есть, бьем. Так, первый люк открылся. Поехали, перезаряжаемся и заходим. Ох, боже мой. Невероятная защита огня. Ну, здесь побольше емкости будет. Да? Давайте я это, короче, продам. Тебя я куплю. Но это стоящий предмет.
А здесь что? Здесь фигня. Так, ладно, поехали. Я понял, что несмотря на его адскую любовь к попкорму, я все и скучаю по Биллу. Фрэнку временно тебя идут, заменяла его совсем не то самое. Он уже слишком маленький горб, чтобы... Блин, Билл был... Мне действительно жаль, что Билл желал от зомби. На самом деле у меня есть... Блядь, что? Отстаньте все. Все хорошо, все, бла-бла. Это комиксы? Много комиксов. Так, окей. Миссия. Он живой? Так, доставить посылку. Мне сюда идти или нет? Или в какую часть города? Ну, мне сюда. Вот так я обойду и сюда приду. Гливер. Плохой Гливер. Фэп, ну это зомби, это у меня тени в игре были. Так, я видел мужичка, который нес бомбу. Можно мне его сейчас? Это не вы. Где? Вот мясничок. Нет, это не он, показалось. Иди за сраку! Тихо, я нихера не вижу за ней. Минус голова. Минус. Получай, военный, безголовый. Что? Фигня, все, не берем. Ты что, серьезно? Ты ставишь турели? Ты рыгаешь и ставишь турели? Вау. Прикольно. А где здоровяк с бомбой? Гнильцы херовы. Гливер, постой, Гливер. Ну ты куда, дружуй? Тебе ж не бежать. А, я понял, вы в догонялки играли. Ну окей, тогда все ясно. Так, раз, два, три. Где здоровяк? Где Иван и здоровяк с бомбой? Как мне залезть на крышу? Хочу залезть на крышу. Что это за место? Так, ладно, что у меня вообще по заданию? Он живой. Пушечное мясо для Джакобса. Ха! Кто самый лучший, злой и безумный ученый? Правильно, это я, доктор Нед. Не было времени, чтобы соединиться с разумом. Безопасный способ, только попытаться использовать навык искусства. Исправить и заплатить... Фрэнки Билл? Фрэнки Билл?
Thank you, Bill. Seems to work, so I say, thank you, Bill. Франки Билл готов. Все? Нет, это здоровье, конечно. Откуда он вообще взялся здесь? Он что, оттуда вылез? Походу на то. Оу, солдатики, бездорово. Как мне к вам забраться? Так, хорошо, дальше. На Л. Пушечное мясо. Здесь я буду уже только ульту, походу, тратить. Но здесь считается, как два мини-боссика, да, было? У нас тыквоголовый вот этот. И Франклин. Вы черт, серьезно? Ай, классно. Мозги, я думаю, я буду... Ну, я тоже, скорее всего, знаете, вот я запущу. По дополнительным миссиям. О, привет! А я думал, где же ты, дружок? А вот ты, оказывается, где. Так. Что мне нужно делать? Подождите. Взять эхо. Где мне взять эхо? М? Оно где-то здесь, именно где-то в этом месте, да? Похоже, что да. Где? Где оно? Ау. Это я помню, поджигал эту херь. Эй, ребята, где то, что мне нужно? Мне пригорает уже потихонечку. Взять эхо. Обнаружить антенну. Где? Что? Там что-то есть? Там ни хера нет. Окей. М. Здесь, да? Вот, вот здесь. Именно здесь, да? Где-то вот, вот здесь. В этом пространстве, да? Или здесь внутри? Если здесь внутри, то окей. Да, это здесь. Это первая официальная запись моего доктора Неда, журнал научных открытий, моя текущая миссия, продолжение жизни. Тех, кто ее уже прожил, мы должны сохранить бдительность в ваших Билл. Ты опять готовишься... Попкорн. Просил же тебя, не мешайте мне. Чувак, мы ведь готовимся к этому. Это зачем? И на чем я остановился? Я спасал человеческую расу от крепкой хватящей смерти. Схватки смертью. Это похоже на должность. Вот так и дети называют это доблюшка. Долбежка. Моя первая официальная запись в журнале. Долбежка, долбежка. Так, окей, значит, вторая запись будет там, где мы открыли. Да? Бля, знаете, одну я нашел. Они что, типа тут две вместе? Или что? Я не понимаю. Ой, только не говорите, что она там внизу. Ладно, давайте я спущусь за второе эхо. Это ж так весело меня гонять туда-сюда. Приветствую, слушатель Радио Нет. Сейчас идет третья неделя моих клинических испытаний с возвращением жизни трупов. Клетки и кожи и отравлены хорошие на обработке. Но само тело, похоже, в состоянии некоторых неконтролируемой какой-то хери. Сейчас, кажется, все они ждут изюм. Сдобу требуется, но боюсь... Возвращение клетки в жизни с возможной уничтожением человечества. Сошел еле с ума? Возможно, но по крайней мере я не делаю попкорн что-то там, когда работаю. Окей.
Ну, мне кажется, что мы еще в этот городок вернемся. Ой, как мне это кажется, почему-то так сильно. Я понял, до свидания. Так, значит, здесь никогда не залезть. Бесит вот эти стенки, они мешают мне. Я никуда не могу попасть. Олдхейвен был хорош. Солдатов было много, да, конечно, это жестко было. Я помню это, эти битвы, эти моменты. А здесь просто все заблокировано, все проходы, все выходы. Получай. Бэм. Бэм. Так, мне нужно антенну, да, кажется, запустить? Так, здорово. Хери, хери. Тарелка с позицией его около его соединения будут установлены. Так, отправить эхо. Так, ладно, поехали. Запись была снята, да? Давай быстрее, зонды сейчас придут. Так, готово, да? Все. Забираем эхо. Ничего не с собой. Послать сигнал выжить и переместиться. Куда и куда бежать, подожди. Так, 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 так. Хорошо, я побегу просто по главной улице, да, вот так. И выйду на выход. Поехали. Да, я понял. Чтобы выжить, мне нужно вызвать. Хорошо, я пошлю сигнал, подождите. Тихо, тихо. Хрень, 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 это фигня, да? Тихо, давай, давай, быстрее там, девка. Все, выживание начинается. Ну? Мне нужно сюда встать или что? Я не вижу, я не понимаю. Так, подождите. Зомби, зомби, зомби выходят, выходят, умирают. Ой, турель! Страху. Ну, в сраку. Так, ладно, ультую. Еще, еще. А, такая, такая. Так, ошибка и ваши, которые еще не должны. Хорошего дня. Что, давай, давай, где? Еще! Где помощь? Алло, где высадка? Колечко. Псих. Минус. Что, летит что-то? Или мне скажется? А, это малой летит. Да, минус, минус. А, забавная ситуация, я забыла заполнить формулу ТКЭ, и поэтому флот не выслал ваш транспорт, но уже под... Мы уже об этом позаботились. Об этом посудке уже в пути,
Но это займет какое-то время, я уже жду. Я понимаю, конечно. А если бы они были жесткими? О, бум-бум. Бомж, минус. Труп. Так, куда вы все прете? Что там с высадкой? Где помощь моя? Где транспорт? Я вижу транспорт на радаре. Еще минуту, помните, что это следующее. Сбежать зоны из виде его. Решается все. Я жду, блять, быстрее транспорт, давайте. Все, нету никого. Все, все мертвы. Малой там что-то пытается залезть куда-то. И где он? О-о-о, вторая волна пошла, я понял. Оу! Здорово, транспорт. Простите за ожидание, надеюсь, это не причинило вам беспокойства. Напомним, что переданник Джекас будет ждать вас. Ну, поехали. Почему она не открывается? А, все, наш увидел. Все, до свидос. Джекоб Скаф. Все, мы прибыли. Оу. А все? А не, я еще смогу туда попасть. Ладно, пойдемте, зададим задание и, короче, закончим на этом. Нет, нет, хватит. Хватит. Клянусь, я больше не буду. Надеюсь. Нет, нет, нет. Эй. Ты был очень полезен до сих пор, и нам нужно еще кое-что от тебя. Прости умышленное убийство, и мы тебя отпустим. Ладно, ладно, тихо, заткнись, просто... Хорошо, что теперь у меня есть? Тебе понадобится та штука, чтобы отпустить раз... Что там? Так, ладно, что по заданиям? Джакоб Каф, распродажа, я сейчас это выполню, ну, в следующей серии. И потом лесопилочка, как я понял, да? Ламбард Ярд. Поэтому давайте на этом закончим и в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.